Для выпускников Владивостокских школ прозвенел прощальный школьный звонок. Впереди у ребят экзамены и выпускной, а сегодня поздравления от учителей и родителей. Так, в школе номер 76 к 11-классникам с напутственной речью обратились директор школы, учителя, классные руководители и родители. Своим выпускникам хочется пожелать удачной сдачи экзаменов, чтобы у них все получилось, чтобы в жизни все сложилось, чтобы каждый из них выбрал тот путь, на который они нацелили свои знания. То есть поступили в институты, получили хорошие аттестаты. Мы очень верим в них, мы очень их любим и гордимся ими. Ребята показали веселые сценки школьной жизни, станцевали школьный вальс. Под слезы радости и грусти, по традиции, первоклассники, сидя на плечах у выпускников, дали последний звонок. Мне очень тяжело прощаться со школой, вступать во взрослую жизнь. Это очень грустно, я расстроена, я не хочу прощаться с ребятами. Очень грустно расставаться со школой, где ты провел 11 лет. Вот. Очень тяжело покидать эти стены, и не хочется уходить. Если честно, я почему-то думала то, что закончу, ничего не почувствую. Ну, все же, такой этап жизни. Стояла, смотрела на своих одноклассниц, одноклассников и начинала рыдать вместе с ними, потому что это так волнительно. Я не знаю, что нас ждет в будущем. Прям невероятные ощущения были. У меня с позавчерашнего дня то радостное, то грустное настроение было. Прям все школьные события пролетали перед глазами. Даже сегодня, когда стояла, я вела последний звонок несколько лет назад, у 11 класса, это года 4 было назад. Я тогда чуть не заплакала, и сейчас это вспомнилось, у меня прям невероятные ощущения были. Я думала, то, что я где-то под конец буду плакать, но нет, не выдержала уже в самом начале. Ну, это радость и одновременно грусть. Как бы уходишь со школы. Ну и взрослая жизнь, с одной стороны. Ну, все равно будешь скучать по школе. Все равно остались, конечно, приятные ощущения. Сейчас вот обнимаешься с учителями, прощаешься, очень грустно. Даже немножечко так всплакнул, несмотря на мое спокойствие. Но немножко волнительно, но больше, конечно, радостно. Прощальный звонок – это как маленькая передышка перед серьезными испытаниями на прочность знаний школьных наук. Уже 26 мая многие 11-классники будут сдавать ЕГЭ по географии, химии и литературе. А завершатся госэкзамены в этом году 21 июня информатикой. Пожелаем выпускникам успешной сдачи экзаменов и чтобы сбылись все их мечты. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.